Работа на высоте 10 тысяч метров над землей. Ответственность за сотни жизней. Предельная собранность, каким бы длинным ни был перелет. Отменное здоровье, несмотря на перегрузки. Пилоты Аэрофлота всегда готовы обеспечить своим пассажирам безопасность, комфортный полет и мягкую посадку. Это пилот Аэрофлота Александр Герасимов. В лучшей авиакомпании страны он работает уже 10 лет. Летает на новых Аэробус 319, 320 и 321. В кабине пилота Александр всегда максимально собран и внимателен. Дома можно расслабиться. Здесь командир воздушного судна, любящий муж и заботливый отец. Сегодня я лечу в Минск на ночевку, на короткую. И завтра утром возвращаюсь. Александр за месяц знает свое расписание. Благодаря работе ему удалось побывать уже почти в 100 городах мира. И останавливаться он не собирается, ведь Аэрофлот постоянно расширяет географию полетов. Магнитики не привожу, и у нас многие ребята собирают магнитики. Я жалею соседей, потому что холодильник рано или поздно может провалиться к ним. Пора собираться в рейс. У каждого пилота Аэрофлота несколько пар таких темно-синих костюмов. Желательно, чтобы все было готово на несколько рейсов вперед. Покормить вкусно. Поцеловать, отправить, все, ждать. В аэропорт Шереметьево Александр должен приехать за час до вылета рейса. С текущей интенсивностью, с той работой, которую мы сейчас выполняем, мне уже привычнее находиться в самолете, чем даже за рулем автомобиля. Пилоты Аэрофлота проводят в небе в среднем по 80-90 часов в месяц. Налет пилота в год 800-900 часов, то есть больше 35 суток в самолете. Для этого нужно отменное здоровье. Профессия пилота – это ответственность за безопасность тысяч пассажиров. Проверки самочувствия летного состава в Аэрофлоте относятся с особой внимательностью. Перед каждым рейсом пилоты проходят медосмотр. Без этого не допустят к полету. Опытный врач сразу понимает, если что-то не так. У Александра со здоровьем все в норме, но если и появятся проблемы, повода для беспокойства нет. Аэрофлот помогает своим сотрудникам в любой ситуации. При наличии определенных диагнозов, да, действительно, наши врачи посылают нас на лечение, на профилактику в определенные санатории по теме диагноза, если он присутствует. Да, можно поправить здоровье. Жизнь и здоровье пилотов Аэрофлота застрахованы. За счет компании пилоты проходят оздоровительные программы в Крыму, Кисловодске, Карловых Варах и Калининграде. Кроме того, у пилотов Аэрофлота самый продолжительный отпуск в гражданской авиации – 70 дней. Для примера, пилоты в Европе отдыхают всего 28 дней. А зарплата командира воздушного судна Аэрофлота соразмерна окладу пилота Люфтганзы и доходит до 400 тысяч рублей. У пилотов Аэрофлота достаточно много льгот. Это и корпоративные билеты с частичной стоимостью, полностью бесплатные билеты. На время отпуска можно куда-то полететь и с семьей. Время предполетного брифинга. Здесь пилоты решают, каким маршрутом лететь. Они получают сводки о погоде в аэропортах вылета и прилета и изучают метеоусловия по всему летному маршруту. Никаких препятствий нет. В Минск Александр летит с ночевкой. Но самый любимый рейс у пилотов, когда есть время не только поспать, но и погулять по городу. Мой самый любимый рейс – это рейс в Малагу, потому что есть возможность походить по городу, поездить по стране, взять в аренду автомобиль, прокатиться. Ну и совместить приятное с полезным, то есть и поработать, и отдохнуть. После техосмотра Александр еще раз лично проверяет самолет, которым ему предстоит управлять. Если пилот обнаружит повреждения, он вправе снять самолет с рейса. Все в порядке, можно идти в кабину. Здесь каждую кнопочку тоже проверяют на исправность. Осталось ввести в бортовой компьютер маршрут полета. Пилоты готовы к вылету. По традиции, капитан лично приветствует пассажиров. Добрый вечер, да, господа, говорит командир корабля. Меня зовут Александр Герасимов. Желаем приятного полета, благодарю за внимание. За окнами кабины пилотов чистое небо. Погода хорошая, самолет в руках профессионалов. Значит, полет пройдет гладко. Первый и самый основной плюс нашей работы – это то, что это очень красивая работа. Нет летчика, который не любит свою работу. Все мальчики в детстве мечтают о профессии пилота. Но лишь для единиц мечта становится реальностью. Для пилотов Аэрофлота работа больше, чем способ заработать деньги. Они не представляют жизни без неба, самолетов и пассажиров Аэрофлота, которым каждый день пилоты помогают исполнять мечты и преодолевать огромные расстояния.